Колода еврейского Таро. Я приобрела ее, когда она вышла, только первый выпуск был. Я была в первой группе обучающихся. Что я могу сказать? Я практик. И для меня это практическая колода. Я очень быстро пустила ее в работу, добавила к тем инструментам, которыми я уже пользуюсь, и могу сказать в ее пользу, что она обладает очень сильными прогностическими возможностями. Это удивило даже меня саму, когда я делала расклады и получала ответы, консультировала своих клиентов. Это был удивительный эффект. На мой взгляд, одна из самых сильных в этом плане колод, которые я знаю. Второй момент, который мне понравился в этой колоде, в работе с ней, она очень хорошо интуитивно считывается. Там очень понятный визуальный ряд. Я, как человек, который сначала не был совершенно знаком с еврейской традицией, как многие, возможно, кто еще будет учиться работе с этой колодой, хочу сказать, что все достаточно быстро и легко понимается. Не бойтесь ее осваивать, да, пусть вас не останавливает, что это некая традиция, которую, возможно, не знаете. Но занятия построены в школе таким образом, в курсе по еврейскому Таро, что все становится предельно понятно, ясно, карты связываются друг с другом, и вы начинаете читать их уже как расклад, и применять я, например, начала очень быстро. Поэтому я рекомендую эту колоду к изучению, к приобретению в свою коллекцию и к работе как с инструментом.